Всем привет, ребята, с вами Варя, и это вторая часть, как я прохожу вот эту вот дверь. Я не знаю, как это звать. Ну, короче, проходим. Я уже здесь иду, бегу. Здесь такая. Что-то новенькое и страшное. Что-то мне страшно. Главное, когда вы такие штуки открываете, вы уходите немного назад, а то она может и закрыться. И вы заново все надо будет проходить. Что так вот? Я один раз был тут. Идем. Опачки, а здесь поезд, а здесь вот никак вот. Ладно, пойдемте здесь. Здесь вот уже. А, здесь тоже закрыто. Е-мое, блин. Опа, здесь не закрыто, а здесь не закрыто. Оп. Эй, тележка, куда? Тележка куда-то помчалась. Может, она что-то сломает? И правда, она что-то сломала. Ладно, не буду туда идти, а я здесь выпрыгну. Или я здесь наоборот запрыгну. Ай. Ау! Сейчас, подождите. Не, все нормик. Запрыгиваем. Все, здесь закрылась дверь, понятно. Идем наверх. Только я не понимаю, что это делать, но. И теперь надо нажать на еще одну кнопочку. Нажимаем. Так, нажали. И открылась какая-то еще одна дверь. Интересненько. Здесь опять надо что-то ползать по этим канализациям, по этим люкам. Что у меня с глазами? Я не понимаю. А, да понимаю немножечко. Все нормально, ничего. Так, мне походу надо что-то сделать. Мне нужен молоточек. А где я вам возьму молоточек? Опс, опс. Оп, ничего нету. Эх, где его молоточек, Валь? Сейчас я найду молоточек. Я немного не увидела, потому что здесь оно сливалось, но вот молоточек. Как громко-то. Опс. Проползаем. Теперь можно, наверное, вот эту включить, да? Включаем. И теперь вот это. Все. Идем наверх. Я обосралась. Ты кто, это папа? Йоран. И что, бежать надо? 5, 4. Бежим! Не в тропном. Бежим. Help me. Help me! Help me! Help me! Как открыть? Что ты здесь кукла делаешь? А ты мне поможешь? Thank you for... Ох, открыла. Фух, спасибо, куколка. Бежим. Что-то здесь намутили, намутили. Мощно.
Фу, бежим, бежим, бежим. На поезд, на поезд, на поезд. Опоздал. Все, отправляемся в путь, здорово. Глава 2 завершена. Я на поезде отправилась. Я прошла вторую главу. Ура! Короче, всем пока. До встречи в новых видео. И мне надо перезайти. Мне пишут, ну, всем пока-пока.